Завтра в Тирасполе открывается каток. Цены уже известны. Билет для взрослых 12 рублей, для детей 7. Еще 3 рубля надо будет заплатить за аренду коньков. 9:30 мы открываем, чтобы за полчаса люди уже могли покупать билеты, идти переодеваться, и с 10 первый начинается заезд. 2 часа, потом у нас выезжает машинка, и она начинает все чистить. Ага. Она все почистит, чистит, и в зависимости, сколько она будет чистить, мы уже будем говорить, когда начнется другой прокат. Пока она начинает чистить, люди подходят, спрашивают, когда следующий. Мы говорим, через 15 минут, через 20 или через 30. Коньки новые, итальянские, есть и на взрослых, и для детей. 236 пар хватит на всех. Каток «Снежинка» в Тирасполе не работал несколько лет. Буквально за месяц оборудование реанимировали, залили лед, сделали разметку, чтобы можно было заниматься хоккеем, установили бортики и защитные стекла. Пока решили, что каток поработает до апреля, потом проведут более основательный ремонт. В планах сделать так, чтобы каток мог работать не только как ледовая арена, специальными панелями можно будет накрывать лед и проводить там волейбольные, баскетбольные и футбольные матчи, кататься на роликах и даже организовывать концерты или танцы.